Всем привет, друзья, с вами Илюха, и в этом ролике я вам покажу одну сессию, точнее самые интересные моменты с этой сессии из полетов на раннем мустанге на финском сервере. Сразу скажу, я не знаю почему, до этого я летал на комбат-боксе на этом мустанге, и с дамагом было у меня все хорошо. Но как только полетал на финише, какая-то проблема или сеть, или что, и тут всякие будут такие монстры непобедимые, которые жрут, но не падают. Вследствие чего я сбил, как бы, по статистике сервера 7 самолетов, и 6 у меня было ассистов. Ну, один раз откис там с первой пульки бывает, в принципе, в начале. В общем, покажу эти полеты. Летали мы в основном с Номадом в паре. Ну, там чуть-чуть Леха еще полетал, но, к сожалению, у него отключили электричество. Вот. И ссылочки на их каналы я тоже оставлю, ребята, в описании. Можете посмотреть, у них много интересных роликов по Ил-2 БЗС. Ну, на этом все. Давайте смотреть. Погнали. Это ты наверх пошел, Леха, свечкой? Нет. В левом вираже. Это мессер прям на темпоре. На 1000 он влево. Он влево разворачивается. Сейчас будет, где порт вот этот сам проходить. И ну, там, да, там их вижу, два. Там потом... два. Там их двое. Я пикирую. Он кому-то на 6 заходит в порту. Я вижу. Я пойду, вот он стреляет. Я пойду, я тоже пикирую. Блядь, вот на 6 мессер. Я за ним прям над морем. Курс 0.47. А, вижу стрельбу. А, это як мессер атакует, отбой. Нет, лавку. А, нет, мес як атаковал. Вот я его пробил. Вижу. Это лавка. Я сзади иду. Добивай. Ну он с шоком. Да это херня, он будет убивать эту лавку до талого. Видишь, я уже видел, потому что он... А, бросил. Сейчас вывешивается. Вот, давай, виси подольше. Конечно, я вас нашел. Отходи. Все, я ушел, бей. Это Г4 обычный. Да он сейчас должен сам упасть, наверное. Да, пробил. Да. А это кто? Ну, а ты, да, пикируешь сзади? Там спит, там два спита, да. Все, два спита еще. Ну, все, тогда нормально. Он не выйдет уже. Шесть, проверяйте, кто там еще... А, это все спитыны. Это свой, да. А это кто у меня на 6 заходит? Шесть у меня, ё-моё! Вижу, падаю. Так, уклоняйся, держится. Да, я вижу. Работай. Сейчас подойду. Давайте, я долго не проживу. Давай, сейчас. Оп, ты вверх пошел. Пропустил. Он виражит со мной. Сейчас, Илюха, подожди. Держись, вижу, Илюха. Блядь, вот он кончал. Да нормально. Я виражу с ним, типа, пока это. Атакуй, отходи сразу. А, все, хана. Все, секси, бейби. И 6 проверяйте, еще кто-то там на 6 у вас. Это я прошу. Все, понял. Красавца, он у меня не попал. Блин, просто у него такой угол был, блин. Я когда там маневр заложил. Я наверх ухожу. Я мог ПК словить, но слава богу. Так, повезло. Давайте отойдем отсюда. Да, пойдем. Похулиганили теперь на темпорарии. Так, еще смотрите, над озером, над заливом висят двое. По-моему, свои висят. Это? Илюха, ты-то где находишься? Это кто такой? Это свой. Это мустанг. Я это еще. Вот где наши, как сейчас скажу. Я, короче, 11-21, сектор 2. А, вон он этот. Вон он. Южнее Крымска, короче, тут, да? Да, тут летает мессер. Высота у него, ну, 1002-3 где-то. 1003, наверное. Пытается удрапать в наборе. Хотя, мне кажется, он. А он куда? На юг идет? Он в сторону этого своего аэродрома. На запад идет. По нему уже наши атакуют, он его сейчас догонит. Скорее всего. Пытался мустанга раскочегарить. 591, 593 с мотором он выжимает, с закрытым радиатором и с моторчиком, который просто надув дает по нулям. В какую погоду? Ну, осенью всегда. Осенью. То есть, ну, это 5 минут закрыть совки там. Совки закрыты идут на километра 3, наверное, 4, а 4 километра прибавки. И... Так вроде же разработчики говорили, что он быстрее, чем этот D15. Нет, если ты возьмешь этот, как его называют, скажи Октан? Мне. Да, тогда он 622 херачит, он догоняет всех, а вот так вот нихера. И получается, токи, да, его разгонял он до такой скорости? Да ёп. Неплохо. Это хё. Но... А, вон его уже подсасывает, это хё. Сейчас... А нет, с этим я мерил, не со стоком он не идет так быстро. Так,
что сзади слева что-то на твоей высоте было? Близко. Сейчас. Дрочи да. Вот эти. Если был бы противник, то ты, наверное, тебя сбил бы. Оп. Вниз. Лавка. Вон, да, дай ты этому якорю лучше, пускай да, он вон, ее убивает. Да, вон, вот, я про этих и говорил вон. Двоих. Вот это, наверное, немец сбил нашего. Да, Фока. Потому что тут темпори рядом. Это, короче, это в бухту в эту подлетай, где темпори, Номад. А там какой город? Новороссийск, кажется? Да. Только что там фокус бил. Вот Фока прямо над Яродомом. Высота, а они прям в порту над водой воюют. А, что далеко ходить? Вон, заходит на кого-то, блин. У лавки 6. Да это якорь, кажется. У всех, кстати, трассеры рядом пролетели. По низам уже, да, воюете? Да. Километр. Слушай, Илюх, да. Ну ладно, ты пока воюй, я потом тебе скажу. Ты же у нас однопроцессорный. Да. А я, кажется, вижу уже это все. Но я далеко еще. Угу, я... Вы на темпоре, кстати, поглядываете, они же да могут прям... Я сейчас на 6, у меня уже 6 там какая-то в зеркале видел. Если что, вали в нашу сторону. Это свой вроде по зеркалу. Наверное. Блин, ё-моё. Ну, либо мессер. Ну, это свой, да. Не дотянешься, проституция. Не дотянется. Вас там четверо вижу. Это наши сейчас. Ну, трое союзников, один немец. Нормально. А он сейчас, смотри, он пытается довернуть до меня. Ну ладно, тогда хер на тебя. Да ну прыгай, у него фонарь отстегнулся. Вот сейчас прошутись, наверное, выпрыгнул. А еще, как, по-моему, еще один контакт. Ох. Проверьте, там еще шестеро там. Я понял. Но я ухожу оттуда. Потому что там нас трое. Фоководы нахерачили. Есть. Да? За этим двоим идет по нулям какая-то точка. Который вот двое улетает, вижу, за ними. Да. Так, вверх кто там тянется? Наверх двое, да, а трое, третий по нулям кто-то. Я четыре, да, четыре контакта вижу просто. Вот. А я четвертый, я в море от них, как бы это, в залив. Я пойду в море, тоже тогда за ними, я пойду хотя бы, блин. Честно. Да вроде свои, я бы тогда срубил бы второго, если немец был бы. Наверное. Смотри, нет, а показалось. Чё-то хотел спросить, да и забыл. А то там падает, кстати, в море. Вот мне тоже так, интересно. Это самый первый, который... Мессер посередине, между ними, вон на вертикаль уходит. Самый высокий это мессер, точно. Вон он метанул. Да, включил. Отлично. Сейчас он я подойду. Да, это 109-й, 100%. У меня энергии до хера, я сейчас подойду. Нормально, давай. Наши тянутся за ним, но он как раз смог тянуть на минималке. Во-во-во-во-во-во-во, прострелы идут, ага. Я догоню его, бля, сейчас. А он вниз уже пошел. А я догоню все равно, блядь. А я тоже сейчас падаю. Я все равно догоню, блядь. А его запыкашили, не? Нет. Он что-то так... Нет. Нет, выходит у воды. Да. Это я за ним сейчас. Я тебя обгоняю, кстати. Сейчас чуть-чуть. Смотри, я пробью и наверх уйду, если что, чтобы нам не врезаться. Пробил. Вижу. Пробил. Вижу я тебя, я слева прям в упоре. Я тогда не мешаю, Дотянешься же, да? Да, дотянусь. Вот я сбоку прям пролечу, у тебя чисто все. У тебя за тобой тянется 6, кто? Свой. Свой. Слушай, а гироприцелом почему не пользуешься до сих пор? Да я как далеко. Так, Илюх, если рядом, давай. Я вижу, что у тебя... У меня пулеметики, давай добивай его. Давай. Так, он фонарь откинул, но еще там сидит, добей его. Я посмотрю за тобой. Да, все, он начал крутить. Все, крыло слетело. Все, валим. Давай, ну нахер. Мы что-то тут рядом с филдом. Я уже пустой. Давай. А это сзади с моря на нас кто-то коптит люто. Это что за... фаербол, там кого-то сожгли в космосе, ё-моё. Шестерка, Илюх, кстати, справа. Да, у меня 6 за момент. Проверяй, я вправо ухожу. Так, я тени вижу, но не вижу... Да. В море смотри. Бля, я сейчас сознание потеряю. Вижу. Он там закрепляется! Ши. Я тебе еще сказал, когда он только начал закрепляться на мне. Смотри, да я, блядь, высоко был, не видел просто. Я подхожу, но у меня пулеметы только. Я пропустил. Лавка его сейчас снять должна. Да я лавка уже снять, его. Я сейчас сам уже снимаю, блядь. О, он не выйдет сейчас. Нет, вышел, сука. Выйдет, нахуй. Да он попал не сильно, я его сейчас нахерачу. Просто у меня сознание боялся потерять.
А кого еще пробивали? У Номада шестерка. Фока, блядь. Где Фока-то? Да по нулям тут же в этом хороводе. Шестерка или Люка, что это? Да-да-да, да, мессера надо нахерачить. Так, фоку. Все, она в штопоре. Да все, она уже не выйдет. А где мессер пробитый? Который... Ну, сзади слева где-то должен быть, слева, сзади слева. Не, он где-то у суши должен быть. Вон он по морю идет, Mm-hmm. За нами, вот где фокус били. Вижу, низко, да, по нулям прям пробитый? Да. Он на меня еще будет заходить сейчас? Да, будет заходить. Бля, я почти пустой. Не зайдет. Я закрылочки выпустил. У него энергии не хватит. Сейчас я его самого тут. Он тут это... Сейчас ему. Нахерачим тут. Слушай, какой дуэлян тут. Вираж стал, ё-моё. Так протяни его для себя. Давай я протяну его. Мне просто сейчас стрелять будет нечем, я уже... Ладно, да, он меня всё равно не догонит, я протяну. За тобой идёт. Да, я вижу прекрасно. Так у него это, два водорадиатора вроде протекает. Сейчас у него с двигателем будет жмакуль до шато. Да, вон, кто там из него заходит на 6? Особенно на метанольном. Давай я в нашу сторону его потяну, чтобы тут проституточные наши это... Не торопись вообще, бей. Я пустой, вообще пустой. Я его добью сейчас, я доворачиваю. А ты посмотри за мной тогда. Давай. Потому что это Факивульва еще там. Я говорю, недаром того сожгли. А он мне в лоб сейчас будет, наверное, пытаться. Не успеет. В ПК, я думаю, он сейчас. Как ты думаешь, это Г6 был или какой-то 14? Только Г6 поздний у них самый топ. А. На этой карте. А, то есть он получается один у них водометанольный мессер. Я-то думал, тут уже Г14. Так, Илюх, с их стороны идет контакт в нашу сторону. Давай-ка нахуй. Бросай. Он все равно уже в дырках весь нахер. А он сейчас за мной пойдет. Бедный, блядь. А ты в пике, Сихо, уйди. Я знаю, уже это. Он уже сейчас сам уже лопнет. Он бедный весь в дырках. Слушай, ну мессер может долетать так еще долго, мне кажется. Он за тобой идет, но не догоняет. Да, он не догонит. Я сейчас. А вот вижу, там вдалеке выше тебя, далеко на 6. Вдалеке у нас контакт, поэтому валим, просто валим. Нет, это он за мной. Это твой. Тот дальний, он еще высоту гребет там. Дальний. Бедный. Где фаербол, видели, вот примерно на той высоте. Вот смотри, какой он упоротый. Его раз бросили, да? Ну, удери. Сейчас я в это боевой пойду нахер. Нома, ты климбишь надо мной, да? Да. Я сейчас буду пытаться его это. Да нет, не надо. Пусть идет. У него мотор сдохнет, и он нам зачитается, и все. Это же модность. Давай на темпоре вон туда, он беги на наш темпоре. Вон, видишь, да, перед тобой темпоре наш. Он уже там сейчас сядет. А? Сейчас подожди. Правильно идешь. Сейчас я посмотрю. У тебя наш темпори по курсу прямо. А, вижу, там еще значок Вулча, да, стоит? Да. Так это вон, наверное, отвечается. Да, два Вулча там стоит. А в два уже? Значит, иди, все равно иди. Надо в набор встать в легкий. Слушайте, у вас тут один самолет был, когда вы летели, я думал, это союзник летел навстречу. Когда вы на берег вступили, у вас сзади справа он должен сейчас в данный момент где-то быть, на твоей высоте, Илюх. Сзади справа, я понял. Да, мистер конкретно отстал, так что... Я вижу самолет по 90 градусов, вижу самолет на 2 часа. Он думает, что я буду сейчас садиться. Хромосомный. Да я мотор выбил, сейчас я его добью просто, и все, свечку сейчас сделаю. Он какой-то лишь бы убить, блядь. А мне кажется, он хочет кого-то просто на темпере нахерачить. Возможно. Ну, сейчас, значит, он тут и откиснет. Сейчас. А где ты, главное, еще в лучший раз? Ты поглядывай тогда, я его добью сейчас. Вижу, он там на самолет заходит. На ИЛА заходит, Илюх. Сейчас я ему пробью. Ну, ты не успеешь, он раньше его протокует. Не, это понятно, но... Ну, это проблема ИЛА, который в шаре долбится. А вон на него кто-то заходит, на ИЛА... А, это ты. Я на него покажу, но я... Но мы врежемся, уйди, мы врежемся. Все, хорошо. Да я его просто пугнуть хотел. Это не из тех хромосомов, которые пугаются. Да, он сейчас ИЛА будет прессовать. Как я и говорил.
Блять! Все готов. Все готов. Я чуть не врезал. Пришлось распилить его. Я уже прям на грани сейчас врежусь, знаешь. Просто нахер распилю его. Ну, бы я за ИЛа просто бздел. Там реально на ИЛе, ну, которые не смотрят вообще ни на что. Как бы это. Фу, блин. Просто я реально меж осколков пролетел. Так, еще значок. А, ну это херня. Ну вот сзади выше тебе точка. На 6 высоко. Да, вот в центре монитора выше. Это да, там? Тут. А, ты имеешь в виду? Да, удаление. Да, удаление где-то, не знаю. А что 6 пишет? 3 километра. 6, 6, 6. Я вижу. Мне почему-то показалось, что это свой заходит. Нет, это мессер, блять, и мне стрелять нечем, сука. Ну там свои подошли уже. Держись. Нормально. Сейчас мы с ним закрутимся. Сейчас тут. Я подойду тоже, его буду крутить хотя бы. Да сядь, лучше перезарядись. Сейчас. Я не успел. Вот он. Все, он ушел по морю, я вижу, уходит. Да я его пропустил, сейчас он никуда не уйдет. Сейчас его вот имеем. А, его уже. А, его подожди. Уже подожди. Он даже не попал в меня. Ну надо его запыкашить. Дополнительно. Вот везет. Я, кстати, немножко научил. А еще что пишет двое что-то тут на этих. Значит, еще подлетели. Ну, ты не забывай, что вот этот горел еще. Ну, значит, еще кто-то есть. Там сверху кто там такой еще вон висит? Смотри, еще кто-то вот тут есть какие-то... Так, да там... свои, один свои есть один. Вопрос, где ну, он? Высокий. Да высокий, который ты видел, это, скорее всего, пройти заход на этот лоб, Илюх. В лоб. Он... На аэродром падает, как и ты. Только с той стороны. Вот этот вот. Взорвался. Вот этот? Это садится, но. Или кто там? Нет, взорвался он. А. На филд упал. Все, атака прервалась. Ну, видишь, пожар вон там. Сейчас в мессер. Да, Илюха даже взрыв должен был видеть, прям на аэродроме. Я особо-то это. А выше точка какая-то была, Илюх. Слева, когда голову. Вот он, видишь, смотри, падает, стреляет. А, вижу, увидел. О, нихера в этом. Видел, нет. Увидел сейчас, да. Кто вниз пикирует сейчас? Стрелял? Мессер? Да вроде мустанг, у него 4 пулемета. Нет, мессер. Я мессер пикирнул, я пошел, на который мессер стрелял сейчас. Он жопы ко мне подставляет как раз. И вниз пошел пикировать. По-моему, он что это, он меня видит или что? Да не, он же там на кого-то заходил. А, он падает, да. Да видит он меня. Ой, видит, ладно. Видишь? Угу. Так, это ты стреляешь? Да, я пробил слегка, но... Ты, значит, моего проатаковал. Уйди на энергии. Ухожу, потому что он это... Он сейчас за мной будет, кстати, вывешиваться, пробовать. Ну и ты вверх выпрыгивай, мустанг-то вверх хорошо выпрыгивает. Давай, вверх тяни. А где второй? А вот над тобой самолет какой-то. Вот, сзади. Над ним я. А, я понял. Сейчас. Вот вниз пошло падение, это... Это мустанг. Я пошел. А вот, смотри, на нее заходит, кто вниз падает. Но не заходит прям с северной стороны, либо он... А, видишь, на нее шестерка, Номат, у тебя шестерка, либо да, ты заходишь на кого-то. Номат, за тобой шестерка, метров 700 дальняя. Иди как идешь. Просто. Если будет близко, смотри, он уже близко. Я попробую на него перехватить. Я своего пробил, я своего пробил. Дистанция. Я понял. Я разрываю дистанцию. Да. Тебя... Блин. Сейчас разрываю. Я... Это бросил тебя, он увидел или что? Это мессер. Я скорость не сливаю, я ухожу. Да все, там уже закрутились, можешь возвращаться. Я пробил. За тобой только шел тот, кто кого-то протаковал. Все. Нома, ты вниз пикируй сейчас. За Яком. Они оба в хороводе. Первый мест, потом Як возле рядом, потом третий мест. В нулях уже, в море. Вижу, все, разворачиваюсь. Вот стреляет мест сейчас. Сейчас мессер, да, стреляет. Лучше я помолчу. Так, сейчас. Ну тут уже, блин, энергии нихера нет, надо пойти с... Да нормально у всех энергии. Так вот филд-то рядом. Один мессер драпает. Что? Они тоже глазастые, это пара же. Да, они в паре. А зачем самого низкого ты выбрал? Да, дамаг, конечно, с этих браунгенов никакой, блядь. Блин, тут ну, ты можешь заливать. Илюх, если у тебя что-то там, это, уйди на энергии. Да, еще не ухожу. Тут с финским камуфляжем мессер еще какой-то низкий. Все, я пойду в набор. Это как его сейчас отойду. Уходи, потому что там еще один контакт подошел. Да. Я ухожу на юг. Это. Ну как это, в море, которое. Ну, так... Да, у меня шестеро, ё-моё. Так, иди.
что-нибудь... Он меня дотянет. Блять, ну... Нет, ножницы. Не-не. Ножницы. Сейчас подожди. Заранее газ. Ну ладно, смотри. Догонит все равно, мне кажется. Да-да-да. Он сейчас попадет по тебе. Пристраивается, и я сверху падаю, но я могу не успеть. Я могу не успеть просто. Да все нормально, ножницы сейчас это сделать. Такой это еще высоту меняй при этом. Я все, все, бросил, пропустил, бросил, сейчас попробую, да. сейчас попробую. Сразу да, я сейчас сам перехвачу сейчас, наверное. А ты подожди, там может быть за ним еще шестерка была какая-нибудь. Я пробил его. И еще кто-то, затянется за тобой, это, не знаю. Номад, Номад, за тобой. Да, за тобой якорь шел. Нет, за ним еще, за ним еще, сзади справа. За якорем, что еще было? Еще за тобой два самолета тянулось. Там спит, что ли, или кто там, блядь, я не вижу нахуй. Там свой за мной. За мной. А свой, еще кто-то блядь. За нами пикирует, еще кто-то. А, нет, вроде свои пока. Сейчас моего добьют тоже. Ну, мы его все на кого-то. Вот сейчас синяк подходит, синяк, блядь. Сука, вижу. Я к вам пошел. Я пошел к вам. Да, я вижу сука вас. Расходит. Блядь, я корея. Вас трое пикирует. Кто из вас первый пикирует? Про него речь и была, про что двое это, за тобой тянутся. Номад, ты в дальнем море, да, там, туда? Да, да, он выше, это там. Да, я вверх ухожу. За тобой попу... тянется, да? Да я к ней снизу. Нет, я за фокой тянусь, я за фокой. Я понял, она выше, да? Все, да не понял. Тянись без толку, лучше разгонись. Я просто еще ниже, чем ты, я сейчас посмотрю. Под якорь, подставь ее. Вижу, а там еще кто-то тянется. Это якорь должен быть. Вижу. Я вижу фоку, я вижу. А вот это смотрит, что она, вот это. А рядом место, она на место заходит. Она на место заходила, Давай, я место возьму. Давай, добро. Потому что место в шаре вообще долбится, у него сдохфайт сзади, он не видит нихера. Блять, фука, энергичная, сука. А, она, кстати, меня может сейчас пробить, потому что я это заметил. Я разворачиваюсь на нее. Я за ней тоже контролирую. Да не, она и закручивается. Мессер тоже на вас. Мессер на заходит. Номад, у тебя сейчас 6 будет, мессер. Я его буду снимать. Да, он дальний еще пока. Добро, ну я за фокой так. Я у него на шести, но он пикирует. Хорошо. Смотри, я его сейчас буду пугать, забивать. Я вижу, но он далеко пока, да. Я сок, вижу. По-моему, пока. Но не уверен. Нет, живой. Нет. Но я уже, он уже не догонит, скорее всего. Все, он бросил меня. Сейчас я фоку попробую догнать. Да, и все, МС уже не у тебя. Все, добро. Я думаю, что он уже звезда ему. Я ему прям зашланговал. Он там это. Я его брошу. Нет еще живой, сучка. Нет, живой. А у меня кто на шести? Не знаю. Свой. Спит, якорь. Он сейчас такой шваками тебя убьет. Дает тебе этого добить. Либо он пытается с помощью тебя найти цели. Наверное. Это еще живой проституция. Идет на свой аэродром. А Номад, ты живой? Где ты там вообще? А Номад, походу, над филдом воюет. Над филдом? Я в море. Я в море с фокой воюю. А, я понял. А в море туда на север, да? Я сейчас просто этого пробью. Добью его-то. Все, на ПК нахер брошу его. Мог бы, кстати, убить его. Просто стреляешь либо левым крылом, либо правым, а ты стреляешь, как будто у тебя все в носу находится. Это кто там? Снизу. А, и ко мне. Якорь, я понял. Ну, он выживет, наверное. Да и срать, просто у меня сведение стоит 350. Я хотел издалека, но не получилось, блядь. Ну поэтому гироприцел надо ставить, хотя поймешь, какая дистанция, если базу цель выставляешь, мистера. И, например, дистанция 300 метров выставляешь. И все. Ну там не метр, там эти, как там, футы там. Да, я помню. Это кеп. Просто. Ну конечно. Так, я вас не вижу. А, вижу. На я, вот раз... я вижу. Ну, давай. Тут 410-ок нету, такое ощущение, что это 410-ка. Есть. Ну что это? Она отстреливается. Она опасная, эта херня. Так, на энергии ухожу наверх. Да, это 410. Я понял тебя. Он сейчас за тобой потянется. Она сейчас за мной. У него не хватит. Да, пусть тянется отлично. Газ ноль. Я рано еще. Не, нормально. Ты как раз медленно подлетишь к ней. Тянется как раз. Стреляй. За мной. Очень, ну, Илюх, упреждение вообще сверхбольшое. Ты нормально все. Подожди, он шлангует.
Нормально, нормально. Сейчас я на него. А что, я не попал, что ли? Да ты не попал, все перед ним пролетело. Попал. Вишки, да, ты. Он в шопоре перевернут. Все, не выйдет. А вниз еще падает. Еще смотри. Фока. Еще утка, у утка, 6-6-6, утка это на 6. Да я вижу. Сприн, я не знаю. Ёбаный в рот, блять. Он так, заверажит я... тебя, ну, ё-моё, ты чё? Я буду пробовать на скорости сейчас уходить. Ой, я сейчас усну нахер. Блять. Ну вот, ты вот эти петли тебе на лбу. Блять. Я долго как... буду. Блять, и меня сейчас тоже уже херачат. А, у меня тоже 6. Я на фоке. Ту фока у меня 6. Да, у меня дальняя шестёра, ладно, дальняя, я уйду. Да, я уйду, если он меня не пробьет. Все, я пошел. Вот ты влево пошел? Да нет, я прямо пытаюсь, всё, да, он меня сейчас добьёт. И тут до хера я... прилетело, ё-моё. Тут все синие жопы. Еще фока какая-то, блядь. Ну фока это, тут не дороже. Это я уйду. Блин, ты зря вот эти вот витражи начал делать, ну ладно. Так я не понял, кто там, блядь, стреляет просто. Вон она, но она не догонит меня. Ай, блядь. Чё-то дохера их. А чё ты... Походу номад горит. Конечно. Отстала фока. Я... А вон. А у нее там вдалеке еще точка разворачивается. Красный или мессер. Да, вряд ли там красный. Ну что, убьешь эту фоку здесь? Не, она бросила меня. Она отвернула. Я вижу, ну, я бы закрутился бы с ней тут прям. Да, только кулачный там, бы дал. Только там он не один, если что. Так по зеркалу ты видел, второй со мной ранее отвернул и летел. А, она за тобой. А вот это кто вот это летит, скажи мне, а? Вот это кто? Ну, вот с ним бы и развернулся и убил бы их всех. По нулям. Давай, Илюх, хотим это, боя. Подожди, прилетим сейчас на аэродром вначале. Потому что я сейчас... Да прилетим, я здесь давай. Зайду, стой, фока сейчас меня сожрет. Номат, никто тебя не сожрет. Ты умер или что? Номат, да. Меня догнало это. То ли я 50. Понял, просто я сейчас тяну по нулям на суплайский аэродром. По нулям там какой-то демон за мной идет. Да развернись, убей его, елки-палки. Думаешь? Думаю. Хорошо, а... Я не думаю, я требую. Ну, все, у тебя давай. Перегрев. Сейчас. Я взлетаю здесь на темпо. Давай, я, короче, лети к этой, как она называется, вот эта херня. Кабардинка? Да. Разгонись. Даже слегка пикирнуть можешь. Да, я так и хочу. Блять. Нормально. Вот теперь можно теперь через грызон поиграть с ним. Да, сейчас. А теперь через вертикалевчик можно поиграть. Да, сейчас мы закрылочку сделаем. У тебя чисто, я вас вижу, у тебя там вас двое всего. Я понял. Так, все, я вас потерял. А, это ты сейчас на него, да, заходишь? Да. Ну, пока чисто у тебя. Ну все, я сейчас на взлет пошел. Сейчас не контроля уже. Илюха. Попал я в него, чё ты? Да. Вот когда можно попасть 20 раз, он попадает один раз. Все, выпрыгнул. А ты по нулям там подходишь? Да не выпрыгнул. Нет, падай. 6-6-6, на тебя или на меня? Падает. Я только взлетел. Взлетел. Я Йок, только Йок, что. Кто-то подсасывает. Он улетел, кто падал, это в сторону хребета. Я понял. Да я видел их, это все. Ну спрашиваешь? Сейчас потерял. Я что-то потерял. А, я вижу эту далекую точку. Они по-прежнему за нами, но далеко еще. Далеко. Что? Так, а тут же зеркало есть, можно же в зеркало это. Да, но лучше. Лучше мне вот это лучше видно. Да, особенно с Илюшиным прям резкостью вот этой, типа передвижения. Так хорошо видно, там хоп, подвинулся, уже так, не видно. Да, идет за тобой, бля, он догоняет, слушай. Ну так на номинале, а он сильно далеко, не? Я же могу форсажик включить. Включай форсаж. А он сильно далеко? Просто, он уже приближается к нам. Дистанцию мне надо. Это мессер, метров 600, наверное. Ага, сзади, низу? Так, я, да,
Что делать? Влево? Он так, иди как идешь, пока он за мной пошел. Я ниже тебя, под тобой. Я под тобой, ниже тебя. Я понял. Ниже тебя. Вижу, прямо вижу. Под тобой. Он падает, да? Он за мной пошел. Он вижу, за мной пошел. Вижу, падаю на него. Давай, тяни его. Я его просто в горизонте сейчас поведу. Да, давай. Да. Он 800 метров. 700. Добро, я иду прямо. Зачем ты его вверх? Зачем ты его вверх тащишь? Да нормально, что-нибудь пусть сделай, если что, увернешься просто это. Не, я прямо иду. Да, пикерни. Прямо. Пикерни, закрой радиатор, и, возможно, даже он тебя не догонит. Я его раньше в любом случае догоню. Что, стреляет? А там пули не долетают, походу, вообще. То есть они чуть-чуть не долетают. Я его раньше догоняю. Но вот смотри, если он будет близко, то лучше вираж делать, что хочешь, сожрём в любом случае. Да нет, а нет. Я вижу его, далеко он. Бросил. Да, он отворачивает. Он тебя, возможно, увидит. Конечно. Либо ему сказали. А я его догоню. Чисто работай. Угу. Я контролю тебя. Угу. Теперь я выше вас, разворачиваюсь. Все работай, у тебя чисто. Больше. А? Чисто, не торопись. Все, наверх ухожу. Давай. Не, он за тобой не пошел. Может, пойдет. Сейчас пошел. Я в курсе, пошел. Сейчас пикерну тогда. Давай, протягиваем. Да, делай как удобно. Угу. Да. Я пристраиваюсь. Угу. Делай как удобно. Бросил? А, нет, идет. Давай я влево дам. Влево плавно. Хочешь. Давай, так, будем угол резать тихонечко. О, я ему в левое крыло нахерачил. Набил, бросил угу. тебя. Угу. Так, он развернулся? Все развлекаемся. Да. А, нет, идет, он на меня идет. Вот он. Блять. Так, разорви дистанцию. У тебя энергии вообще в разы больше, чем у него. Я знаю. Ты можешь просто свечку сделать, она до тебя не дотянется. Я это и делаю. И вот один с другим заходы делаете, а он энергию пускай теряет от маневров оборонительных. Да он поворотный какой-то, что его сейчас? Да, заклюйте просто, сейчас нагло просто так. Один вот сейчас ты на вот заходишь, сразу Илюша за тобой должен заходить. Все, Илюша газ 0 выбирает и сразу на него должен заходить. Да. Все, теперь Илюша заходит на него. Ну вот сейчас... Ты сейчас заходит. Да, все, я падаю. Где он? Он упадет. Он вниз справа ушел. Вышел. Вывернет. Да, ничего страшного. Энергии, ты думаете, у него осталось? У него, он же не может даже высоту же разменять на энергию. Он тянется, видишь, за тобой еще. Номот не принимай. Я не приму. Я ж что я? Илюха, газ 0, зачем тебе 100? Стамина. Ну, 100 не надо ставить. Вот сейчас доверешь на 0 до него. Все, стреляй. Засадил. Все, газ. Все, можешь это, добивать его. Да, ты не... когда можешь себе дополнительное время дать для дольшего прострела, ты наоборот это не пользуешься, ты газ врубаешь и газуешь. Добиваешь. Я наверх, ты добиваешь. Давай, понял. Я тебя контролю, давай, угу. Работай. Все, не торопись, угу. Тебя чисто. Газ 0, он уже начинает опускать. Я уже сделал газ 0 давно уже. Ну, тут у тебя 30. Ну сейчас. Что, нет? Сейчас начнется. Дрочение мне. Все. Все? За концовку отлетело. Минский по. А на 12 часов выше это кто, Номад был? Я над ним прям. Ну ты так, севернее его? Я южнее его. А я севернее точку как будто видел. Так, либо ты грязь. Давай в море отойдем. Давай опять. С БВО уйди. Подожди, это весь фишинг was successful. Ну вы долго проверяли. Да, я рыбалка была. Она голосовалка кончилась. Все кончилось? Угу. Ну ладно, задание провалено. Молодец. Вот так и выиграет войну. А, ну, ладно, нет. Я тогда пошел спать, мне зато утром на работу рано вставать. Ну давай. Я тоже пошел. Я тоже пойду, я такие.